«Бэтбук» – титульный партнер футбольного клуба «Урал». Всем привет, это выпуск Матч Дэй, Урал-Оренбург, 27-й тур, мир российская премьер-лига. Мы сегодня общаемся с болельщиками, смотрим футбол. Поехали! Мы сегодня спрашиваем, вот представьте, на вашу голову упал 1 000 000 рублей. Куда потратим? Ох, интересный вопрос. Наверное, даже не потратим пока. Не потратите, подожди, да. А, ну, наверное, на путешествия. Любим путешествовать. Псков, Великий Новгород. Это уже запланировано. То есть, вот только миллиона нету, не хватает миллиона еще. Всего лишь маленькая проблема. Да, да, не хватает одного миллиончика. Ну, на атрибутику футбольного клуба «Урал» однозначно. 1 000 000 рублей? Да. Это что, давай попробуем потратить 1 000 000 рублей на атрибутику. Ну, не знаю, тут футболки Эрика. Все? Все в ассортименте. Потом, наверное, футболки Каштанова, Помазуна. Это такой заманчивый вопрос. Надо, чтобы вначале 1 000 000 рублей упало, а там уже видно. Ну, представим, что упал. Ну, вот, дзынь произошел. Ну, минимум авто. На абонемент Урала на 10 лет вперед. Вложу в инвестиции. В инвестиции? Да. Я бы построила дом. За 1 000 000 рублей? Ну, добавила бы. Это что мы победили, еще удалось забить как бы победный гол, но там с рикошетом, конечно, но все равно. Поэтому эмоции только самые положительные, самые отличные, на домашней арене победить. Слушай, я тоже думал, что будет победный, но немножко, я не знаю, не то что расслабились, просто сели, надо было выше, наверное, быть. И может быть из-за этого бы, может быть, не пропустили, если бы давили. Но, к сожалению, так все быстро сложилось, потом посмотрим, будем разбирать. Мне кажется, по последним матчам все ждали от тебя именно вот этого дальнего удара. У тебя сегодня был такой пушечный выстрел, там, ну, защитника прилетел. Но в итоге забил головой. Но в итоге головой подкараулил этот прострел и забил. Вообще, как оказалось, что Бега навешивал с флангом, то есть он центральный защитник. Я вообще не понял, он решил подключиться, видимо, в какой-то момент, когда у нас был. Он там оказался, я смотрю, простреливает, и уже просто не было вариантов, как просто бежать и замыкать это дальний. Два гола Урала, гол, ну, по сути, Мамина, голевая передача от Беги, центральный защитник сегодня. Сегодня центральные защитники вообще на высоте, молодцы. Ну, за исключением пропущенного гола, но будем смотреть, разбирать. Вытащили мы эту победу 2-1. В один момент показалось, что все-таки ничья очередная, снова без побед, но 2-1. У нас остался один домашний матч, это матч в Сочи в заключительном туре российской премьер-лиги, но у Урала впереди есть важный матч в Кубке России против Краснодара, который мы будем обязательно смотреть и желать им выхода в дальнейший этап, суперфинал уже Кубка России. Поэтому, друзья, смотрите футбол, любите футбол и болейте за футбольный клуб «Урал».